Хоккей – это моя жизнь. Знакомство с хоккеем. У меня папа хоккеист. У меня уже дома в квартире уже были всегда клюшки, мячи. Я все стены, все обои, все отбил. Видимо, вот первое знакомство с хоккеем произошло все-таки в квартире. Ну, а потом уже стадион, уже и лед, и коньки. И первая победа, первая значимая победа была, наверное, у меня 15 лет. Я стал чемпионом мира среди юношей. Всегда мечтал играть за Россию. Болельщики – это люди, без которых невозможен результат. Та энергия, которая есть у болельщика, она передается нам. Приходите, болейте за нашу команду, переживайте.